Рыбина. О, я слышу. У нас слышно это так вот. Ну, она хоть и такая капризная дама, но она хоть, конечно, соображала в этом деле. Mm-hmm. Она экономически и так чужа работала в Бургазе. Чуть ли не с самого образования. Эх ты, блядь. А как идиоты. И пиздец в белой машинке. Да что, не живые? Живые вам там они. Мальчишка-то молодой совсем, да. А ты что? Ты куда? Номер оставлю свой. Истеричка припадочная, ты всю жизнь одна будешь. Не психуй! Что это? Что это было? Мама, это что? Откуда он выехал? Откуда выехал? Оттуда! Как это? Он пьяный, наверное, в Драбадан вообще. А что это с ним? Он что, в столб въехал? Да, он вот оттуда выехал. Вот оттуда, вот туда. Как это? Ну, у тебя все сняло там. Да ты что? Думаю, да. Надо Диме сейчас сказать. Вся жизнь, это, конечно, пошли быстрее, пока он за руль не сел, придурок. Хотелось бы чуть-чуть поконкретнее, допустим, вот наркошки он был. Именно не надо печалиться, и что в как это вот у него так уже хитрит? Ужас! Идиот! Почкнул. Фу! Не подпускать пришло. Что там? Ну, я вижу, что один вроде в эту выкрепили, а второй все не вижу. А. Нет. Все. Тебя газ не прибавил, потом у нас есть. Да, да, да.
вообще в хлам.